Спасибо, Данил, спасибо. Сегодня в Сочи юному теннисисту с необычной фамилией говорят именно такие слова. 11-летний спортсмен завоевал две медали международного турнира, который проходил на Украине. Золото в парном разряде и бронзу в одиночном. Спасибо, вернулся на родину и уже успел пообщаться с нашим корреспондентом Марией Щербаковой. Спасибо учителям, Данил говорит все чаще. На счету 11-летнего теннисиста 35 наград. Сначала обыграл всех в Сочи, потом в крае. В этом году ему говорят спасибо за международные кубки. С каждым турниром у меня новые соперники и новые нервы. То есть новые нервы у тебя? Да. Каждый новый игрок все сильнее и сильнее с каждым турниром становится. В будущем кем ты хочешь стать? Первой ракеткой. Первый раз спасибо свое будущее увидел в парке. В 3 года встал как вкопанный и целый час наблюдал за игрой теннисистов. Тогда вспоминают родные, они и поняли, кто у них растет. Говорю, молодец, выходи, играй, все. Чтобы больше ничего не говорю, потому что он сам настраивается на игры. Уходит, он не разговаривает. То есть ваш принцип не мешать? Привести, да, не мешать. Привести, не мешать. С утра в 5-й класс, после школы на корт, после корта на уроки. Сложно, но родственники уверены, фамилия спасибо, успеху подмога. И, конечно, он уже запоминается не только потому, что он играет хорошо, но и фамилия такая, как спасибо. Добрая фамилия, хорошая, мне кажется, позитив она несет. Вот. И этот позитив помогает выигрывать вашему внуку? Наверное, помогает и выигрывать. Помимо того, что он, конечно, и старается сам, и фамилия такая. Помощь. 5 лет Данил тренируется у Нины Барановой. Именно она привела спортсмена к титулам, и именно ей спортсмен за титулы говорит спасибо. Она же скромничает, руку, говорит, приложила, но и сам спортсмен не промах. Он очень быстрый на подъем, легкий. Он постоянно находится в движении, это его состояние души. Играет много, любит играть, получает от этого удовольствие. Я часто ему говорю, что, Данил, у тебя теннис на завтрак, обед и ужин. Большой теннис для 11-летнего Данила – это и увлечение, и отдых, и труд. На тренировках он проводит большую часть времени – с 8 утра до 10 вечера. И так практически каждый день. Уже в понедельник Данилу предстоит выступить в Саранске в личном первенстве России. Тренер возлагает на него большие надежды и не сомневается, что еще не раз скажет «Спасибо тебе, спасибо». Мария Щербакова, Константин Гроник, 9-й канал, Сочи.